Мы в ритме! Под таким девизом в Нижегородской области впервые проходил подростковый инклюзивный форум «Ритм молодых». В нем участвовали более 150 активистов, среди которых были учащиеся школы номер 20 нашего города. 15 команд представляли идеи, которые могут улучшить жизнь в регионе. Саровчане выступали с проектом «Подари заботу». «Подари заботу» был создан с целью привлечения к волонтерской деятельности подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья или находящимися на различных видах учетов, например, трудные подростки в первом частном приюте Мурдом нашего города. Например, они будут посещать приют Мурдом, помогать волонтерской деятельностью обитателям приюта, будут находить там новых друзей. С проектом «Подари заботу» учащиеся школы номер 20 заняли третье место. В рамках форума ребята послушали лекции от спикеров о том, как развивать бизнес-идеи, как работать с искусственным интеллектом и вести соцсети. Кроме образовательной программы, участники увидели выступление инклюзивного театра «Пиано». Я получила большое количество положительных эмоций как от обучающих интенсивов, так от и развлекательной программы. На интенсивах мы получили большое количество полезной информации, которая как раз-таки помогла нам успешно защитить свой проект. Мы познакомились с ребятами из различных уголков Нижегородской области, обменялись идеями своих проектов, с некоторыми даже попробовали посотрудничать. В качестве приза саровчане получили сертификат на поездку в любой город страны. Все затраты берут на себя организаторы. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.